Кар-кар. С вами Дангар, и сегодня у нас ролик. И сегодня мы будем искать в Гугле. В Гугле. Господи, как же долго чистить историю, чтобы ни к чем не спалиться перед вами. Меня подставили. Меня подставил фараон. Не, погоди. Начнем с меня. Я ни капли не самолюбил. Ладно, просто я хочу проверить, про меня вообще хоть кто-то что-то искал или нет. Да. Есть! Я вот между Данке, Данко Транспорт, Данко Тойс, Данкор, Танкор, Танцор. Может, мне надо было назваться Данкор? Ладно, посмотрим, что такое Данкор. Тумской информационный портал онлайн. Когда ты информационный портал. Господи. Ладно, Данка. Смотрите-ка, я по набору Данка обогнал Данкана Джонса, Данкана Фергюсона, Данкан Кит, Данкан Уотмор, Данкан Хизер, Данкан и Данкара в ВК. Чё, не знали такого? В ВК есть. Вот ссылка в описании, подписывайся на мой ВК. Ладно, давайте посмотрим, Данкар. Я не искал. Я не читал этот фанфик. 3,5 миллиона результат. Ну да ладно, там половина, конечно же, это бразильские танцы, потому что Данкар в переводе с бразильского танцевать. Точнее, с португальского, ладно. ВК, фанфики. Фото. Причем фанфики? Про меня никто не пишет фанфики. Зачем вам нужны фанфики со мной? Я что, такой сексуальный? No, God! No, God, please, no! 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 Да я не читал фанфики про себя. Вот, нет фанфика удовлетворяющих. Все, нет ничего. Данкар, ВК, Ютуб, фото, Агарио, спорт. В смысле Данкар спорт? Не, я понимаю, конечно, мои мускуляторы. Левый кабачок. Правый кабачок, даже тут попутал лево и право. Левый кабачок. Правый кабачок. Ой. Кабачок. Чё, лайк не поставил, да? Тогда кабачок идет к тебе. Данкар фото. Какого хрена первый... Какого хрена первый результат по набору Данкар фото? Это отфотошопленный Савергон с моим мордасом. У Савергона морда какого-то чудища на шее. Охренеть. Так, ну, собственно говоря, неплохо. Данкор... Чё тут делает Ременто, простите? Знакомьтесь, я. Криминальное прошлое холодильник. Я замораживал своих врагов. С Данкаром закончили в поиске гугле, давай... Просто я немножечко шалю. Так, значит, B-O-G-D-A-N. Чё, в смысле, а где Кирс? А чё, не искали, да не интересен, и вам понятно всё. Нет, смотрите, вот он я, где-то там между Богданом Казаком и Богданом Кучером, Богданом Корпорации, Богданом Коршом, Богдан Кравченко, книги клуба. Ютуб, Википедия, фото, аск, ВК, биография. Моя биография. Я Богдан. Кирса. Не Кирса, Кирса. Не Киса. Ну ладно. Кирса. Богданчик. Мне 17. Окей, тут еще все более интереснее. Итак, я с большими глазами, я с двумя глазами, которые еле выглядывают, я просто смотрю куда-то, я с одним глазом, я маленький, я смотрю именно на тебя, вот смотри. Саша Спилберг. Савергон. Иван Гай. Артем Бизин. Дима Ермузевич. Дима Ермузевич. Янго. Марьяна Ивангай. Это моя страница. Ну, есть у меня аск. Но вы там не задаете вопросов нормальных. Да и, в принципе, даже если там есть нормальные вопросы,
Я на них все равно не отвечаю, потому что я ненормальный. Не могу я нормально отвечать. Вот видите, даже сейчас. Вы у меня спросили что-то, а я не ответил. Ну, спрашивали же. Да по-любому кто-то спрашивал только что. Ну, когда видео смотрели. А я не ответил. Ну вот. Ну. Ай, иди. Вот, на этом... Ну вот, она где... Почему я не могу сказать нормально? Наверное, на этом все. Если вам понравился этот ролик, можете поставить лайк, можете подписаться на канал. Посмотрите ссылки в описании, там ссылка на мой ВКонтакте, там ссылка на мой Инстаграм, фоточки, все так, всякие паблики и так далее. Все это в описании, там интересно. Посмотрите, это не займет у вас много времени. И да, я вас всех очень сильно люблю. Всем пока. Каркар, и что это было, не знаю. Ладно, я к чему веду? Вообще, к чему всему этот ролик? Вы заметили, есть какая-то очень-очень странная штука. В последнее время стало слишком много музыкальных мемов. Очень много музыкальных мемов. Ну просто жесть, какое большое количество. На самом деле, это все неспроста. Мне кажется, из-за того, что это все иллюминат.